Совсем скоро в столице республики состоится одно из главных спортивных событий этого года – командный чемпионат Европы по легкой атлетике. По традиции, помогать в организации праздника спорта будут волонтеры, которые собрались со всей России. Как готовятся ребята к старту чемпионата, узнаем из следующего материала. Знание иностранных языков и опыт участия в организации спортивных мероприятий обязательны. Стать волонтером командного чемпионата Европы мог далеко не каждый. С конца прошлого года ребята проходили различные собеседования, на которых они показывали свои навыки. В результате выбрали 350 человек, самых активных и устремленных ребят. Вот уже несколько дней волонтеры проходят аккредитацию и получают соответствующую экипировку. Помогать чувашским волонтерам будут и ребята из других регионов России. Азниф Мхитарян из Йошкар-Олы – волонтер со стажем. За ее плечами не одно спортивное мероприятие. На командном чемпионате она будет участвовать в церемонии награждения спортсменов. Это было неожиданно, потому что я думала, попаду на работу со зрителями, потому что на универсиаде тоже была работа со зрителями. А здесь это что-то новое, и это так прям гордость такая, что на чемпионате Европы ты участвуешь волонтером в церемонии награждения. Волонтер, как говорится, это состояние души, так что все спортивные мероприятия, которые мне интересны, которые проходят в нашей стране и близко тем более к нашему городу, почему бы не поучаствовать, набраться опыта. Волонтеры будут трудиться на чемпионате по 13 различным направлениям. Это и работа со зрителями, и работа с командами. Несмотря на то, что набор волонтеров на проведение чемпионата завершен, желающих помочь меньше не становится. Для нас это первый большой европейский опыт, потому что в свое время, когда проходил Кубок мира по спортивной ходьбе, ну, были волонтеры, но немножко как бы уровень подготовки был другой. Да, у нас был опыт проведения форума России спортивных держав, но это совсем другое. Надеюсь, что первый блин не окажется комом. Мы готовы, и лично я уверен в каждом волонтере. Волонтеров можно сравнить со спортсменами. Они также проходят строгий отбор и обучение, всегда находятся в тонусе, их невозможно застать врасплох. Ребята готовы оказывать помощь практически 24 часа в сутки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.